Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте! Самое время доставать наш волшебный сундучок. Мы продолжаем нашу рубрику «Сказки из сундучка». И сегодня, друзья, мы расскажем вам русскую народную сказку «Горшень». Захотелось раз царю Ивану Васильевичу знать, кто в его царстве-государстве разумнее всех будет. Собрал знаменитых своих людей, бояр, вельмож, воевод, купцов да попов, и загадал им три загадки. Кто на свете всех щедрее? Кто на свете всех быстрее? И что на свете всего хуже? Стали именитые люди отгадывать царские загадки. Отгадывали, отгадывали, не могли отгадать. Каждый свое несет, и все без толку. А в ту самую пору проезжал мимо царских палат горшень, да покрикивал: «Кому горшки глиняные, кому тарелочки?» Услышал царь Иван Васильевич и приказал привезти горшень. «Может, он умнее попов да бояр будет?» Выбежали из палат именитые люди, бросились к горшине. «Эй, стой, погоди!» Остановился горшиня и спрашивает: «Зачем я понадобился?» Говорят ему именитые люди: «Хочет царь-государь Иван Васильевич тебе три загадки загадать». «Какие загадки?» «А вот такие и такие». «Эх, горшиня, разве это загадки?» Стали бояре да вельможи выпрашивать горшиню: «Скажи да скажи отгадки». «Нет», — отвечает горшиня, — «меня царь зовет, сам я к нему пойду, сам ему и отгадки скажу». Принялись они тогда подкупать горшиню, стали обещать ему злато-серебро, а горшиня на своем столе: «Лучше не просите, одному царю скажу». Нечего делать. Вели они его в царские палаты белокаменные, поставили перед царем Иваном Васильевичем. «Здорово, горшенюшка!» — говорит царь. «Здорово, великий государь!» «А не отгадаешь ли ты, горшенюшка, мою первую загадку? Кто на свете всех щедрее? Вот мои бояре да воеводы да попы говорят, что я щедрее всех буду. Ты на это что скажешь?» «А я скажу, царь-государь, что щедрее всех земля, что не живет, что не растет, всех она питает». «Молодец, горшенюшка, правильно отгадал. А вот и моя вторая загадка. Кто всех быстрее?» Мои именитые люди по-разному отвечают. Кто говорит, конь его быстрее, кто говорит, собака борзая, кто сокол, кто заяц. Какая твоя отгадка-то будет?» «Не то они говорят, царь-государь. Быстрее всего мысль. Мыслью весь мир вмиг облетишь». «И этот ответ хорош. А как ты третью мою загадку отгадаешь? Что на свете хуже всего? Один боярин соседа своего называет, другой жену злую». «Без толку их ответа, царь-государь. От дурного соседа можно уйти, злую жену укротить можно. А вот от дурного разума никуда не уйдешь, нигде не спрячешься. Все с тобой будет. Видно, дурной разум хуже всего на свете». Похвалил Иван Васильевич горшенюшку. «Умен, разумен ты, горшенюшка. Слушай, ты для меня, а я для тебя. Скажи-ка, чем тебя наградить?» «Ничего мне не надо, царь-государь. А коль твоя царская милость будет, сделай запрет продавать на 50 верст глиняные горшки и тарелки. Никто бы тут, кроме меня, их не продавал. И я буду этим очень доволен». «Хорошо, горшенюшка, будь по-твоему. И еще я тебе загадку скажу.
прилетят к тебе гуси. Сумей по перышку выдернуть. Сумею, царь-государь. Именитые люди слушают и ничего понять не могут. Уехал Горшеня, а царь Иван Васильевич на другой же день издал приказ, чтобы у всех бояр, у всех воевод, купцов да попов на пирах не было посуды ни золотой, ни серебряной, ни оловянной, ни медной, ни деревянной, а была бы только глиняная. И еще было сказано: «Сам проверю, как мой приказ исполнять будут». А Горшеня в то время дома сидел, да работал, рук не покладая. Знай, лебеды обжигает горшки до тарелочки, целый воз наделал. А как закончил работу, повез свой товар в город на торжище. Только приехал на торжище, кинулись к нему со всех сторон покупщики. Да не простые люди, а все князья, да бояре, воеводы, да попы. Один другого локтями-то отталкивают, любую цену дают. Горшеня не успевает деньги получать. Позже бежит главный боярин, пузо как бочка, борода-то как лопата. Хороший товар, Горшенюшка. Хорош. Просим покорно, много ли у тебя осталось? Да не так много. Сегодня на мои горшки да тарелки большой спрос. Продай мне все, что у тебя на вазу осталось. Купи. А во сколько горшок целишь? 50 рубликов. Что ты? Да ты в своем уме? Я в ином месте 2 гроша заплачу. Твоя воля. Выругался главный боярин, ушел с торжища. Бегал, поискал, нигде глиняных горшков не нашел. Вернулся обратно. Ну как, Горшеня, одумался? Какую цену назначаешь? 100 рублей за горшок. Как 100 рублей? Видно, с ума ты сошел. Сошел или нет, а цена горшку 100 рублей. Ах ты такой-сякой! «Оставайся ты тут со своими горшками!» – кричит боярин. Покричал и ушел. Походил-походил боярин по рынку и думает, кто его знает, а вдруг ко мне царь сам государь пожалует, а у меня ни одного глиняного горшочка нет. Тогда смотри и головы лишишься. Опять вернулся. «Ну, Горшеня, сколько же твой горшок-то стоит?» А теперь ни за какие деньги не продам. Свези-ка меня на себе, уважу тебя, бесплатный горшок дам. А не повезешь, другой охотник найдется. Сегодня на мой товар спрос большой. Видит боярин, деваться некуда. Платить за горшок 100 рублей жалко, без горшка оставаться боязно. Думал-думал боярин, да делать нечего. Ладно, говорит, повезу. Выпряг Горшеня лошадь, на место ее поставил, в оглобле боярина запряг. Но, поехали! Пыхтит боярин, отдувается, а сам везет, да везет Горшеню. А Горшеня прутиком помахивает, да мне во весь голос песню поет. Вез-вез боярин и спрашивает: «Такое же мест вести тебя? А вези хоть до царского дворца!» Весело поет Горшеня, а возле дворца еще громче петь начал. По песне его царь Иван Васильевич и узнал. «Это, видно, мой Горшенюшка едет!» Выглянул в окошко и говорит: «Здравствуй, Горшенюшка, с приездом!» «Благодарствую, царь-государь!» «Да на ком же ты едешь-то?» «На дурном разуме!» «Ну, молодец ты, Горшенюшка, истинно молодец! Ну как, гости-то прилетали?» «Прилетали, царь-государь!» «Сумел по перышку-то выдернуть?» «Сумел, царь-государь, да еще и по-золотому!» «Ну, входи в палаты, гостем будешь!» Посадил царь Иван Васильевич Горшеню возле себя, стал почивать.
а бояре да именитые люди сидят, косо на горшень поглядывают, сами сговариваются, как бы на него царский гнев не милость направить, и затеяли они игру. Боярин, что на самом конце стола сидел, ударил наотмашь по щеке другого и говорит: «Передай дальше!» Тот размахнулся, соседа своего ударил и тоже слова говорит: «Передай дальше!» Тот размахнулся, соседа своего ударил и те же слова говорит: «Передай дальше!» Так и пошло от одного к другому и дошло до горшения. Ударил его главный боярин по щеке и говорит: «Передай дальше!» Радуются все, ловко они горшень-то подвели. Ничему ему не останется делать, как самого царя-государя ударить. А горшень-то был не глуп, размахнулся со всей силой и... бац! Главного боярина по щеке. «Передай обратно!» Засмеялся Иван Васильевич и говорит: «Опять ты, горшенюшка, догадливее всех оказался. Довольно тебе глину-то месить. Разувай-ка ты лапти, сбрасывай кафтан, надевай сапоги да одежду моего главного боярина. А ты, боярин, обувайся-ка в горшенины лапти, одевайся в его кафтан, отправляйся-ка в горшки лепить. Только вот не знаю, хватит ли у тебя на это ума-разума». Вот и сказки конец. А кто слушал, молодец. До новых встреч, дорогие друзья. Всего доброго.